До новых встреч. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Сергей. Сегодня мы рассмотрим несколько технических вопросов, связанных с эксплуатацией торпеды. Значит, первое, на что хочется обратить внимание, это крепление колес. На оси, куда должны крепиться колеса, есть сделанные лыски, куда желательно, чтобы попал ваш винт. Вот, таким образом, у вас будет меньше вероятности потерять колесо. Вот, поэтому на это обращаю внимание. Дальше второй вопрос. Это крышки. Раньше они были только такие, где регулировка прижима батареи осуществлялась за счет вкручивания или выкручивания винтика. Вот, в принципе, конструкция не такая надежная. Вот, часто она выходит из строя, но вот эту вот гаечку, которая вставляется в трубку, можно легко припаять мощным паяльником во 100. Вот. Сейчас китайцы стали делать немножко другие крышки, вот. Стали использовать пружину, что, конечно, более надежно и более качественный прижим осуществляется в процессе работы. Вот. Они совершенно идентичны, что одна, что другая подходит к корпусу торпеды. Вот. Еще один вопрос, многие спрашивают в интернете, я видел, как разбирается торпеда, вот, как ее ремонтировать, но, в общем-то, ремонтопригодность ее не очень высокая, откручивается нос торпеды, вот, вот эти втулочки тоже, они выкручиваются, надо отдать должное китайцам, что на все соединения устанавливаются резинки для уплотнения, поэтому вода внутрь попадать не должна. Дальше здесь на оси шестереночка крепится шпринтом, проволочка металлическая через отверстие. Вытаскиваете шпринт и ось дальше снимается. Вот. Корпус вот этого механизма передаточного припаян к корпусу, то есть вам придется опять же как-то воспользоваться каким-то нагревательным инструментом для того, чтобы это все отпаять и вытащить. Вот. В принципе, ремонтопригодность этой торпеды практически нулевая. Вот. Там установлен движочек небольшой, ну и корпус под батарейки. Вот. Если вы уронили торпеду, особенно с полным комплектом батареи, она достаточно тяжелая, она у вас падает на твердую поверхность, то конус закрытый винтом бывает, что отскакивает, проваливается. Вот. Ну, точно так же его можно вытащить, вставить, припаять и загерметизировать. Вот. Это что касается устройства торпеды. Вот. Дальше в следующем видео я вам расскажу, какие лампы используют на торпеде. Вот, и попробуем замерить световой поток, который выпускает новые лампы светодиодные, которые нам вот дали для испытания интернет-магазин «Китайки». Вот. На этом все. До новых встреч!